В воскресенье 5 июня 2022 года в филиппинской провинции Сорсогон на острове Лусон началось извержение вулкана Булусан. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, вулкан выбросил пепел во время фреатического извержения в утренние часы, около 10 часов 37 минут по местному времени. Извержение продолжалось в течение 17 минут. Представители института также сообщили, что в настоящее время статус тревоги в районе вулкана повышен до первого уровня. Это означает, что вулкан находится в нестабильном аномальном состоянии. За сутки перед началом извержения специалисты зафиксировали 77 вулканических землетрясений. Насыщенный вулканическим паром и пеплом серый шлейф поднялся на высоту не менее 1 километра и дрейфовал на запад. В некоторых населенных пунктах провинции Сорсогон отмечено обильное выпадение пепла. Вход в зону радиусом в 4 километра от кратера вулкана запрещен. В настоящее время из-за извержения вулкана не зарегистрировано пострадавших или каких-либо неблагоприятных инцидентов. За исключением перекрытия движения на одном из шоссе в районе Иросин, где пеплопад существенно ухудшал видимость. Добавлю, что вулкан Булусан находится примерно в 70 километрах к юго-востоку от другого действующего вулкана – Майон, расположенного в провинции Албай. Фреатическое извержение – это такой тип вулканического извержения, когда лава входит в контакт с грунтовыми водами, льдом или дождевой водой, скопившейся в кратере, что приводит к внезапному появлению большого количества водяного пара и грязи на поверхности кратера.